Вот это вот ковидная вакцинка. Это первая прививка. Это вторая прививка. В краевую больницу имени Вагнера поступили сотни доз вакцины от коронавирусной инфекции гам-ковид-вак, он же спутник Ви. В каждой такой коробочке находится по одному флакончику, содержимое которого рассчитано на 5 человек. Хранится вакцина в холодильниках при температуре ниже минус 18 градусов. Перед вакцинацией ее полчаса размораживают, а затем у медика есть 1,5-2 часа, чтобы успеть ввести препарат. Прежде чем получить укол в прививочном кабинете, пациент должен пройти обязательный осмотр терапевта и принести действующие результаты флюорографии. Вакцинацию проводят в 2 этапа. Вначале прививают компонентом 1, затем, через 21 день, компонентом 2. Эта вакцина, когда закончишь 2 прививки, получается полноценный иммунитет у человека. То бишь он невосприимчив становится коронавирусной инфекцией. Это самое главное. Изначально вакцину ставили в первую очередь медикам, работникам сфер образования, социального обслуживания, коммунального хозяйства, полицейским. Теперь же вакцина доступна для всех желающих. И народ потянулся. Ежедневно только в поликлинике на Ломоносова 102 делают по 50-60 прививок. Некоторые до сих пор сомневаются, а нужно ли ставить прививку от коронавируса. Однако переживание за свое здоровье преодолевает этот страх. Ну что, сомнения, конечно, были. Как там вообще говорят, с возрастом это опасно, да что-то. Вот возраст, причина основная боязнь была. Ну ничего, сейчас сделаю, так буду надеяться, что все хорошо будет. Кто-то из пришедших, не раздумывая, согласился на прививку, как только узнал о массовой вакцинации. Страшно жить с ковидом, а потому что я похоронила только сына. И вообще, это соль смертей, а мы подходим к риску, пожилые плюс больше, и решили это сделать. То есть у вас не было сомнений, ставить или не ставить? Не было, сразу решили идти делать. Врачи ответственно заявляют, что ни одного случая побочных эффектов среди тех, кто уже получил вакцину от коронавируса, не выявлено. Осложнений тоже нет, как и побочных эффектов. Мы их не регистрировали ни одного. За пациентами мы наблюдаем. Есть реакция на вакцинацию. Как на любую вакцину, есть гипертермия. Она короткая, день-два. Есть незначительная слабость, ломота в суставах. Это все может быть как после обычной прививки от гриппа. Такая реакция организма на вакцину от коронавируса сейчас наблюдается менее чем у 10% привитых. Эти данные приводит главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгений Сармаметов. Несмотря на то, что вакцинация сейчас доступна всем желающим, не каждый сможет пройти эту процедуру. Противопоказано делать прививку от коронавируса людям, которые страдают аллергией в тяжелой форме и хроническими заболеваниями, имеющими обострение. Прививку не назначают женщинам в период беременности и лактации. Вакцинироваться от коронавируса только после прохождения 1 месяца с момента введения другой вакцины, независимо от болезни. А если вы уже переболели коронавирусной инфекцией, с момента выписки должно пройти не менее 6 месяцев. Записаться на вакцинацию сегодня можно разными способами. Запись открыта на портале kvrachu.ru и по телефонам регистратуры поликлиник, которые вы видите на экране. Для удобства горожан, желающих записаться на прививку от ковида, установлены вот такие инфоматы. Достаточно нажать кнопку «Записаться. Предварительная запись». Далее выбрать необходимого специалиста, в нашем случае это терапевт. И из списка представленных терапевтов выбираем, например, вот Елену Попову. Далее смотрим календарь свободных дней и свободного времени посещения. Например, 21 января. Выбрать можно, например, 10-12. И в дальнейшем необходимо будет ввести данные своих документов личных. Ну и практически на этом процедура будет завершена. Ваше время уже установлено, так что приходите, прививайтесь. Сегодня по всему краю противоковидной вакциной привито уже более 4000 человек, из них почти 500 в Березниках. Что касается распространения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, то в Березниках ситуация стабилизируется. У нас идет спад. Мы контролируем ежедневно количество пациентов отделения и количество пациентов в амбулаторной среде. Спад значительный, как и по пациентам с пневмониями, ОРВИ и ковидом в частности. Поэтому, в принципе, сейчас можно говорить о стабилизации состояния.
Несмотря на эту положительную динамику, врачи продолжают настаивать на соблюдении санэпидтребований, носить маски и перчатки в местах массового скопления людей в общественном транспорте, чаще мыть руки. Андрей Фадеев, Степан Некрасов, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.